За 45 дней работы системы автоматической фиксации уже на счет поступило 52 миллиона гривен. И эти деньги пойдут на улучшение дорожной инфраструктуры, на безопасность дорожного движения. И это только с 50 камер. Если камер будет стоять 1000, умножьте на 20. Это будет 1 миллиард гривен в месяц. Но мы не хотим, чтобы к нам шли эти цифры и чтобы шли эти деньги. Мы хотим, чтобы они были равны нулю, чтобы водители придерживались скоростного режима.